Второй этап комплексного физкультурного мероприятия для ветеранов СВО стартовал в Сургуте. Герои нашего времени – особенный проект, который позволяет вовлечь югорских бойцов, демобилизованных по состоянию здоровья, в сферу адаптивного спорта. Первый тур прошел в начале весны в Ханты-Мансийске. Тогда атлеты состязались в армспорте, волейболе сидя, настольном теннисе и пауэрлифтинге. Следующая точка встречи бывших военнослужащих – крупнейший город Югры. На протяжении 10 дней ветераны будут проходить медицинские обследования, консультации со специалистами, примут участие в мастер-классах по различным спортивным дисциплинам и посоревнуются в слэдж-хоккее, стрельбе из лука и пневматической винтовке, легкой атлетике и выполнят нормативы ГТО. Этот этап у нас намного больше по количеству дней, и мероприятий здесь заявлено больше, чем в первом этапе. Здесь у нас уже полноценные и соревнования, и мастер-классы будем проводить по различным дисциплинам. И медицинскую реабилитацию мы сюда строили вместе с департаментом здравоохранения и физкультурным диспансером. То есть ребята будут получать физиопроцедуры, массажи, консультации с различными специалистами. Ну и соревновательная деятельность, также мы от нее не отказались. Все равно получат свои медали, сдадут нормы ГТО и попробуют для себя новые виды спорта. 27 ветеранов из разных муниципалитетов округа во время проведения мероприятий проживают в Центре адаптивного спорта Югры, условия которого позволяют с комфортом заниматься спортом и посещать специалистов, не выходя из здания. Иван Плотников отправился в зону проведения специальной военной операции в ноябре 22-го. В феврале 23-го получил тяжелое ранение и уже больше года проходит реабилитацию. Мужчина рассказывает, что адаптивный спорт позволяет вернуться к активному образу жизни, ведь до травмы он всерьез увлекался лыжными гонками, рукопашным боем и боксом. Прохожу уже второй этап данных соревнований. Впечатления замечательные, комплекс большой, много всего. Новые упражнения у нас будут, новые испытания, так скажем, допустим, те же самые метания ядра. Попробуем себя там. Легкая атлетика, конечно, не пропущу пока что по легкой атлетике, но хочу попробовать. Мастер-класс в любом случае буду просматривать и интересоваться. Для меня это испытание, да, попробовать себя, попробовать в разных видах спорта, где-то в дальнейшем можно остановиться, да, продолжить выступать, это как бы, почему нет, это нужно, спорт это вообще движение, движение это жизнь, поэтому будем двигаться вперед.